Валера, подойди, пожалуйста. Говорит, ну не сейчас, я сказала быстро. Говорит, ну там уникальный момент, Кирдовская Зирка обыгрывает Барселону в финале в Лиге Чемпионатов. Я ее до финала 2 года дотянул. Валера, сейчас будет уникальный момент, когда я разобью твою приставку, которую штаваш подарила. Давай помоги мне собрать сумочку, у меня ногти накрашены. Да откуда я знаю, что туда ложить? Валера, я тебе буду говорить. А ты куда намылилась-то, а? В командировку, я тебя предупреждала. А если я тебя не пущу? А если ты меня не пустишь, я никуда не поеду, тебе придется продать свою приставку, устроиться на работу и стать кормильцем в семье. Чего сразу угрожать-то? Давай быстро, я опаздываю. Прям как перед сексом. Рета, а зачем тебе столько полотенец? Одно для рук, второе для тела, третье для ног. Верета, для твоего тела подойдет одно для рук. А, Валера, положи это платье вечернее. Еще начинается самого сложного занятия. Валера, на плечиках висит. А, на плечиках. Блин, помогла. Да, найди мне еще 6 невидимок. А как же я найду эти невидимые? Валера, шутка старая. Проблема-то свежая. А белье положи. Ты белье? Ты же вроде хотела сдать химчистку. Валера, нижние. А, нижние? А, ну да. Тут вроде посвежее. Слышь, а чё, в поезде постели не дают, что ли? Валера, просто трусики, лифчик, Victoria's Secret. Чей? Я не помню, ты что, за какой-то Викой донашиваешь? Валера, это бренд такой, сексуальное белье. Ха, ничего себе! А чё это туда сейчас я узнаю, что у тебя есть сексуальное белье? Да потому что Зирка 2 года шла к финалу. А где оно? На отдельной полочке. Ха! Значит, мои трусики вместе с носками, ремнями, галстуками в коммуналке теснятся, а у какой-то Виктории отдельная полочка. А, слышь, я, походу, твою невидимку нашел. Да-да, Валера, это они самые есть. Положи мне, пожалуйста, их. Нет, я лучше труселя поищу. Потому что если ты в этих веревочках от Виктории поедешь, ты все секреты застудишь. Валера, просто подожди, мне в них удобно. О, тебе в них удобно. Обо мне кто подумал? Нет. Вот с этими и я себя буду комфортно чувствовать. Валера, и сумочку красную. Сумочку красную. Ё-моё. Так, это задача со звездочкой. Слышь, Виолетта, подойди сюда. Валера, ну что за проблема, я не понимаю, ну красная сумка. Ты даже не представляешь, какая тут проблема. Валера, ты что, дальтоник? Да вот, я уже сомневаюсь. Слушай, а у тебя есть сумочка другого цвета? Валера, конечно же есть. И какая? Светло-красная, темно-красная, красноватая, кровавая, бордо. А тебе нужна именно красная. Да! И под красное платье. А, под красное платье? Ой, тух. Так нормально будет. Ох, умочи приболкли. Так, Валера, красная сумка. Грета, где здесь красная сумка? Валера, ты что, совсем слепой, что ли? Нет, тут красные сумки. Господи, кусок идиота. Вот красная сумка. Да, и лак мне еще положи. Какой? Только не красный. Желтый. Только не светло-желтый. Ай, короче, там разберется. Валера, и духи положи. А какие духи? У тебя столько, что можно банну набрать. Те, которые ты мне подарил. Так. Виолетта, а на какой праздник? Валера, ты мне всего лишь один флакон дарил. Они что, размножаются, что ли? А, да, короче, там им с лаком не скучно будет. И, Валера, это... Ресведер...
понятно. Валера, и положи мне туфельки на шпильки, туфельки без шпильки, туфельки на платформе, сланцы, снегерсы и эти, сникерсы. Только последнее я понял. Все, так, такси уже внизу, положи мне еще реглан. Реглан. Валера, это пловер, реглан. Валера, это дикюр, реглан. Это торшен, реглан. Блин, Вера, ты, если ты такая умная, сама собирайся. Все, этого мне будет достаточно. Основное там докуплю. Все, поехала я, помощничек. Пока, сникерсы не забудь одеть.